Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники, меня зовут Вероника, и в этом видео хочу рассказать, что я кладу в лунку при посадке томатов. Думаю, что многие из вас уже готовятся высаживать томаты на постоянное место роста, либо в теплицу, либо в парники, либо в открытый грунт. И хочу поделиться небольшим секретиком, которым я сама давно пользуюсь, которым пользовались и мои родители, и моя бабушка. Очень выручает и помогает получить огромный урожай томатов. Просто буквально увеличивает кратно ваш урожай. Этот способ подойдет каждому из вас, независимо от того, высаживаете вы томаты в открытый грунт, либо в теплицу, независимо от сорта, урожай у вас будет просто огромный. Так что можете заранее готовить ведра, устанете собирать урожай томатов. Я вам летом покажу, какие у нас будут урожаи, вы сами удивитесь. Итак, средство это абсолютно бесплатное, подойдет каждому из вас. И такую подкормку обязательно нужно вносить на этапе высадки томатов в грунт. Итак, что же я делаю? Я беру обычную горсть золы, древесной золы, я беру из печки. Дальше я беру горсть суперфосфата, у меня он гранулированный, можно взять любой. И горсть толченой яичной скорлупы кладу в лунку. Хорошенько поливаю, сажу томаты, и урожаи у нас просто огромные. Берите на заметку, с вами была Вероника, спасибо за внимание.